Всех привет и пряного прозвона. Продолжаем мы проходить Assassin's Creed Черный Флаг. Наконец опять я к ней возвращаюсь. Ну, тем более, я, если честно, в будущем у нас вернется Человек-паук, точнее, можно сказать. Так, где тут сундук у нас? Вот он сундучок. Откроем его, если прямо здесь находимся. Так, найдите Джеймса Кидда. Сам не понимаю я, а куда я полез? А может мне надо было залезть? А не как я, дурак, фигню страдаю, да? Может мне сюда надо было? И нет. Она как бомба. Задание выполнено. Это окей, мы это... А, вот, сюда. Мы это посмотрим, как когда корабли... Ну как, у нас же задание корабли, мы теперь свой флот строим. Делаем точно. Опа-на. Это уже плохо. Ассасины. Вот это вот идиотизм, на самом деле. Ассасины. Мы такие, мы как, типа, ну, мы не ассасины. Ну, типа, мы ассасины, и мы это как, о, привлекаем. Они как будто как обычные охранники, и тут ничего не надо них, да? Вот как вот они вот знают, а? Мы их не убиваем при этом. Нифига себе, повара событий. Вот этой повара событий я не ожидал. Здорово, ассасин. Да, прости. Свистнул ему случайно. Нихуя там ассасина, вы видели? Сколько там ассасинов просто, тьма. Бля, я думал, не поймаю его. Дожди-ка. А здесь это, блин, называется. А, поплыли обратно, короче. Потратим время на это все. А где тут орлиный этот, как называется-то, я забыл. Ну, как обзор карты, типа того. Он находится здесь. Скорее всего, он и здесь, да? Во! Здесь, значит. Ну и чё? Осматриваемся, вот наш корабль. Вот ассасин не видит? Тут корабль приплыл сюда. Вот тут корабль стоит наш. Да, я это не понимаю. Ну давай, прыжок веры. Я себе, ты мог утонуть вообще полностью. Опасно, опасно. Тихо, тихо, тихо. У них женщины. Заберите сокровища из сундуков. Заебись вообще расклад. Иди ко мне. Женщина. Типа, типа, типа. Иди ко мне, говорю. Ты чё, блядь, заебал, блядь? Чё ты смотришь-то, блядь? Иди сюда. Тихо, блядь. Успокойся нафиг. События неожиданные. А вот эту можно утащить себе. Блин, фигово. Их слишком много здесь, вы чё? Вот чё ты такая тупая, я не понимаю. Иди сюда, сказал, блядь, а. Ай, блин, как их пройти, я не знаю. Тихо. Опа. Да. Я сначала оттуда надо идти было, это не то пошел. Я ничего не видел, я ничего не знаю, а там два наших идиоты просто тупо уснули, да, босс, окей. Просто ушли нафиг оттуда, там бабка отходит.
ко мне. Блять, ты не убивай ты его нахуй. Тихо, спокойно, крадемся. Тихо, угомонись ты. Так, сюда, там сундучок есть у нас. Там чувак ходит. Здорово, мужик. Тихо, 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 угомонись. Это мы сделали. Теперь нам надо сюда. Это нечисто. Там еще один кто-то ходит. Блин, они все разбежались, очень плохо. Ужасно плохо, плохо, плохо. Понятно, когда он светится, надо ему душить его. Так, пока все поставится, у нас все получается. Все это к бабе подходит и уходит. Там еще она стоит. Ждем его возвращением сюда его. Потом обратно он уходит, и мы туда пойдем. Даже этот чмор еще тут смотрит, плавал сюда. Уходим отсюда. Чем говорят? Чё говорите вы, чуваки? Да ладно. Блядь, а ты не видел, что твой друг пропал-то, а? Да нет, он не пропадал никуда. Блядь, сука, стоит прям в неудобном месте. Вы ассасины, идиоты вообще здесь. Блядь, ебать, а это уже не давать. А, сука, пиздец. Ёб твою мать, а? Ну как так можно-то, а? Ёб твою мать, и все заново, а? Заебись. Дубль 2. Так, это надо тоже затушить. Да блять, ну это пиздец уже, блядь. Это уже, блядь, пиздец становится. Это уже просто слов нифига нету. Это вообще просто крах. Один крах, просто жестокий крах. Очень жестоко, очень жестоко, очень-очень жестоко, жестоко, очень жестоко. Тихо. Гуманисты, блядь. Ну давай задушим тебе, какая разница, блин. Тихо. Я здесь нет, нифига. Я показалось, мужик. Иди отсюда. Ай, блин, а, ну и отвали от меня.
Откуда нам 10 тысяч вообще, я не понял. Отвали от меня, отвали, отвали от меня, отвали. Отвалила. Сука, он заметил меня. Очень плохо, а тут у нас не смотрит. Это замечательно просто. Я думаю, сейчас удушим, чего он от нас. Насмотрелся на нас, а это мы просто удушим. Спокойно, на своем месте. Он даже не подумал, что его братуха, подсуха был удушен сзади его. Ай, блин, сохранение тут чмошник появился. Так, а тут как делать, да? Так, три бабы забежали, да? Это многовато здесь вообще. Крокодил тут еще, ген какой-то. Слишком много ассасинов. Куда мне надо? Туда наверх, да? Сейчас я попробую так пройти. Тут крокодил ген. Не, это нереально, это нереально, это нереально. Так пробежаться, ё-моё. Там, блин, снайпер. Там снайпер. Если я проберусь здесь... Мы сюда залезем. Тихо. Блять, вот слава богу один меня заметил. Да-да-да, нет, никуда не все. Ты дебил? Какой ты дурак, блять. Иди сюда, блять, сказал тебе, а. Тихо. Так, идем сюда. Отмечаем эту бабу. Ждем, когда она уйдет отсюда. Ну, повернется вообще полностью нам спиной. Вот так вот, да? Поэтому мешаем. Ждем, когда она повернется обратно. Так, пока она тут стоит, мы ее подмечаем. Тут сундук есть. Замечательно просто. Тихо, давай, быстрее, тут идет она, дура. Часики, часики. Куда ты можешь мне вот спалить? Нет, не спалил нифига. А тут что делать, бля? Блять, увидел. Ну и тат-то не поймет, что я сейчас удушу его. Знаете, получается, подойдет ко мне, я его удушу. А эту дуру и так удушу. Вообще заебись расклад, вообще просто офигенно. Не, он даже не подошел. А, когда тебе, давай иди сюда, не ко мне. Ко мне иди. Бля, не вовремя она идет на самом деле. Блядь, заебись вообще, нахуй. Иди сюда, пизды тебе там нахуй, скотина, ёбаный. Да хоть ты меня заметил-то, а? Урод, блядь. Не говори, что опять с крокодилом все заново, что ли? Бля, это пиздец просто. Какие-то сумасшедшие, скажу честно вам. Не.
Не знаю, что я не знаю. А чему же он чуть меня не поймал нахуй, нихуя. Ну тут по старой тактике все делаем, да? Да. А в любом случае повернется от нас. Только у них уже другие костюмы. А сундук-то мы уже открывали. А вот что с этим делать, я не знаю вообще. А может тут попытаться просто пролезть снизу? И все. Ну иди сюда, значит, попробуй, а подойди. Вот, заебись, это охуенно. Тебе ее убить надо. А мы, сука, блять, ебать. А вот это вообще супер. И куда дальше? Она по-любому будет возвращаться обратно. Нам туда перебраться мне. А вот и она сама. И как ты тут вообще стоишь? Мы уже близко. Я чувствую. Опа. Капитан Кеной. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Что? Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Ни слова. Идем. Ты, блин, удивительно, что-то слишком странно у тебя все было. По-любому могли бы догадаться, что ты за... Вот, а, один сундук мне открыли, только где, интересно, не знаю. Че, истина, окей, продолжаем. Продолжаем. Сейчас будут что-то какие-то испытания у нас, да, здесь или нет? Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи. Очень интересно. Ничто не истинно. Все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверен. Ёб твою мать. Все дозволен, даже так падает, блядь. Очуменно просто упал, нахуй. Просто офигенно, а. Вот это ассасин, блядь. Ты втянул да меня понимаю в это, я это, блядь, удержите, блядь. Не могу я улучшить. Что это, черт возьми, за шут был там? Говори. А, Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности. Лишь мудрости. Ну, расскажи. Очень интересно. Ничто не истинно. Все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверенным.
Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Съебись. Я думаю, я так спасу ее, нахуй. Ой, блин, офигеть просто. Очуменно просто. Не могу пройти вот этот участок ты дороги, да? Ты втянул меня в это, ни слова не сказав. Да, ни слова не сказал. Что это, черт возьми, за шут был там? Говори. Блять, это Жириновский был там, нахуй. Похож просто вылитый он, нахуй. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности. Лишь мудрости. Ну, расскажи. Очень интересно. Ничто не истинно. Что не позволено, да? Вот здесь надо осторожно, потому что я упаду. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как... Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да. Она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. Ой, блин. Эти блоки можно сдвинуть с места, если постараться. А, конечно. Если постараться. Я очень стараюсь, видно? Это за вами гоняются тамплиеры. Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильны. Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай. Прыгай. Прыжок веры. Ну что, куда дальше? Ух, ё-моё, в некоторых местах мы можем так плавать, да? Вообще просто супер. Силы еще есть? Обругать тебя хватит! Окей, будь быстрее. Да ладно, а я только что делал, а? Зачем ты мне все это показываешь, мне интересно. Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Давай, окей, надеюсь, пока. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Летучие мыши, без них никуда. Батман всегда везде есть, да? Ну, мы здесь, и что дальше? Понятно, все здесь. Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. Только с рисунками. На полу тоже есть рисунки.
но совсем другого рода. Между ними точно есть связь. А, вот что надел, окей. Окей. Ну, это загадка не слишком. Да ладно. Да не может такого быть, не поверить. Одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Не знаю, без понятия. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Так. Не туда? Блин, ну ладно, фиг с ним. Давай так по кругу сделаем. Так, тебя поднимать будем сейчас. Может, по этим камням они могут двинуться? Какие, блядь, какие нахуй камни? Все, ты можешь отпустить эту фигню? Замечательно. Ты что, больше ничего не посмотришь? За лицо будет эту мудреца какого-то. Боже, там это же мудрец. Но этой штуке уже сотни лет. Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен. Они налили его кровь в стеклянный сосуд. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. Страшная тайна мудреца. Замечательно просто. Без этого никуда. Вот такую мы тайну узнаем, что мудрец оказывается... Я не знаю, он, ему, или ему много лет, или он перед рождением появляется один тоже. Что за чертовщину я там видел? Джим! Задание опять, а? Тихо. Статуя в храме. Это его вы видели в Гаване? Да, один в один. Похоже, найден новый мудрец. Борьба за обсерваторию начнется вновь. Поэтому шепотом. Это ваша вина, Кенуэй. Карта, что вы продали тамплиерам, привели их к нам. Теперь агенты двух империй знают, где мы скрываемся. Оставьте это мне, наставник. Людей Эдварда тоже схватили. Интересно, важны ли ему их жизни? Возьми. Не привлечешь внимания, и будет меньше жертв. Опять начинается фигня эта, да? Так, это у нас появляется духовая трубка. Она, я не знаю точно, здесь что делает. Она или... Используй дротики. Быстро. Он берсеком что будет, или это? Тихо и действенно, да? А, он спать. Его временно спать кладешь. Есть яд. Это усыпите, на это яд. Нет, слишком далеко. Слишком далеко. Затем урод. А все эти миссии что делали? Я тебя упал вниз. Останьте от меня. Нихуя дурак.
Дебил. А, чтоб вы сдохли здесь нахуй. Он яд скоро сдохнет. Потерь пока нету. И врагов-то особо не вижу я. Вот уж. Благодарю покорно. Тихо. Я тоже сам ебанем, слушай. Блядь, дротик потратил на не знаю на что. Бей его, а не нас. Не, яд прикольный. Только слишком мало его. Очень понятно все с ним. Так. Мне это нужно, мне нужны мечи. Этих солдат привел работорговец. Лоуренс Брэнс. А это что за фигня здесь, я не понимаю. Прочь, дружище! Тебе нас не одолеть! Да? Пизда тебя, урод, нахуй. Так, может, мои солдаты, освобождайтесь. Ну чё, пацаны, осматриваемся здесь. Другого прям поселение здесь есть, да? Чё, заебись. Блин, а это кто, где я там пропустил? Даже около сундука я уже освобождал его. И нет. Блять, меня убили. Сука, ну это пиздец. Просто опять Сюзану, что ли? Да я охуею так. Заморачиваться всем этим. Короче, походил все заново. Все-все заново. Здесь, я думаю, мы продолжим уже тут очищать, освобождать пленников. Уже в следующей серии. Всем до свидания, всем пока. Увидимся в следующей серии. Другие прохождения.